хуй, пена хуй. Сикач. Хрюкает, это, походу, его кликуха. Сикач. Пиздец, на багажник. Да с чего это нам пиздец? Он добрый. Там кабанчик бегает где-то. Вон он, вон он, вон он, вон он. Добрый. Пошел черный, черный, черный. Ну, я первый раз вижу, да я... Никуда, ничего не делал. В натуре, какой... брат, о... Там, блядь, мест? Здорово, хрюкало. Так он не один, наверное. Здорово. Да, он с кентами сейчас. С пиласиком. Ща еб***ь разгонится. Смотри, ей братан, блянь, просто в лес подъехали, блядь, стоим блядь, рядом, блядь. Да только с асфальта съехали. Охренеть, он же большой. Это снимушка. Руси, где? Ну не, ну Валя ж перебирал, все нормально. Колодки менял, блядь. Колодки менял, потом Валя менял. Речка, лайт, маршрут, асфальт. А что с этим колесом? Подожди, а внутри? Тут нормально. А что за полоска? Вот чем... сюда смотри еще. Чем-то чертит. Так это, ну, х**, это мелочь. Отбойник просто. Короче, короче, что-то пробили. Ставь. А этот не пробил. Хотя это тем более, да. Ну, если бы усилок бы сгорел, был бы сейчас так на прямой точке заработал. Главное, чтобы в этом положении она не легла. Блять, братан, ну как? Ты главное аккуратно у себя. У тебя диск тяжелый. А тебе мультиметра нету, Кость? Короче, нет. УАЗовский диск на передние суппорта не встает. Подожди, просто усилок есть, хочешь? Не влазит. Глянь, ну посмотри на внутренности диска. В натуре. Серёга, смотри. Еще бы, да. Думаешь, на барабан и встанет? Да, а что он встанет на барабан? Да? Ну ладно, давайте попробуем. Хотя, мне кажется, нет. Барабан-то крутится. Да крути давай! Смотри, в хайджек не уходишь. Камешек хорошо лежит. У тебя барабаны спортивные, да? Красные. А, барабаны. Гоночные. Гоночные? Гоночные, красные. Что давай, Саша? Может, я сначала одену? На гаечки ему передай. И гаечки передали, друзья. Да подожди. Резинка напружена какая-то. Где какая? У тебя там снизу. Ну это чтоб типа не так сильно. Сейчас, подожди. А ну, что посмотри, было, внутри не упирается? Да. Да что? Разница? Да что он там будет упираться? Барабан, он там ничему не будет. С колесом, блядь. А да, этот суппорт-то не крутится вместе с диском? Надо сделать, чтобы крутился. Логично? Нихуя! А ты думал, я просто так диплом красный? Я думал, потому что вы ходите на барабан, что он типа меньше по диаметру. Да, хую, блядь. Вот, а прикинь бы, у меня задние дисковые были. И УАЗик бы не подошел. 500 метров 100. Что, еще ровнее? Теперь. Да, да, да. Второй автомобиль. Блядь, я бы... Давай, 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 давай. Или лучше до прокатки. Ух, ох, бревно! Хорошая древесинка. Только теперь вычистить надо, блядь. Хуй тут. Саш, то, что в речке, все хуйня. Да. Вот и квадрики едут. Мы сегодня всех пропустили. Ебаная речка, нахуй мы по ней поехали. Лучше не подъем, блядь. Да вообще, тупо еще. Идем. Гаишник? Гаишник. Давай. Ну, может, нагреть его или не стоит? Не, алюминку не надо. Не надо. Давай, 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 братан. А ну. На первой. Олег! Давай,
У него есть какая-то тактика, он ее придерживается. Опять воняет всем. Ну да. Он тебе жестче дорогу делает, чтоб не скучал.
Давай. Рычаг уперся. Рычаг туда. Не сдал. Не сдал. А он мне, он там не встанет левым, левой стороной. Потихоньку, потихоньку. Аккуратненько, потихоньку, есть? И, наверное, вправо, вправо, еб***. Костян, ты как-то понежнее, если ты сильно. Кость, Кость, подожди. Колеса вправо сделай. Крутится. Давай назад. Чуть назад и вправо руль выкрути. Оп. Ну, а, блядь, крутят. Сейчас что-то будет. Стой, стой, так нельзя. Нет, на меня колёс. На меня, смотри на меня. Чуть-чуть на меня. Еще чуть-чуть. Вот, вот так, и вперед. Вот, заехал. Это за хуйня, он уснует. Да, на камере этого, конечно, не видно. Но это пиздец. Что за ступенька тут? Сейчас будем пробовать. На видосе она абсолютно кажется нормальной, но на самом деле она больше человеческого роста. Олег говорил, она в саду, он говорит, она вот такая по колено. Я говорю, ну да, ну да. Вообще не понимаю, как здесь заезжать. Вот честно, не понимаю. Я тебе предлагаю, если Олег сейчас заскочит сам, то тебя просто затянут потихоньку. Да, я думаю, заедет. Не рвать. Я не, я просто, не, он не заедет сюда. Думаешь? Заедет. Нет. Я думаю, заедет. Да, тут надо уехать отсюда. Ума, вот, да, сколько раз. Ой, чую, что-то будет сейчас. Заглохнет. Ты поштурманишь? Ну, весело будет. А сейчас главное, что? Не порвало, чтобы фанаты ничего. Меня уже. Давай, леди, да. Не-не-не, ты максимально сделал. Не заезжай. Колеса чуть справа. Да, вот так не должно. Помогай, помогай. Да-да-да, помогай.
Не-не-не, колеса влево, влево колеса. А мне кажется, у него выбило руль. Нет, едь, едь, Олег, колесами едешь и руль поворачиваешь не на месте. Газу, 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 давай, едешь, газу, газу. Ебай. Давай, давай, чё-то остановись. Возможно, на этом мы и закончим так это видео, которого особо нету. Ну, наверное, что-то будет. Как-то так. Возможно, проблема в Константине, который ездит на красной Ниве, но его с нами нет. Вопрос. Кто? Кто этот человек, из-за которого ложатся все машины? Зато весело. Кстати, пилот был сам в автомобиле. Косячил, пытался не въехать в колею, брал чуть-чуть правее, хотел по стенке ползти, видимо, перестарался, колесо заломило, и она выскочила просто в моменте в зацеп, выскочила на горку, ну и просто опрокинулась, легла. Мой косяк, стекло целое, просто выпало. Вещи там. Слушай, а магнитик хороший для телефона. Телефон стоял так. Правда, когда едет. Сейчас ее тянет сюда, она сейчас встанет. Она встанет в колею. Она сейчас с этими колесами. Нормально, нет? Давай, давай, тянем. Еще давай, затягивай. Все, все, все. Не уедет далеко. Ну я передачу ставил. Стой! Газни, газни! Газу, газу! Стоп!
вся еще. Вот, ослабляю, она падает. Видишь? Серёж, скажи, чтобы Олег тянул! Тяни! И тяни! Стоп! Чуть потихоньку. Оп! Давай я отступаю. Мысли по чуть-чуть, у него что, три скорости налетел. Олег, тяни! Давай, подскачу. Оба. А вы колесо рулевое не сломаете? Чуть-чуть вперед, блядь. Трос отпускай. Точно? Да-да-да. Стой. Толкай, стой. Трос стой. Держит. А, да вот так вот, трос не вперед. Просто вперед. Все, блядь. Стой. Тормоз. О, привет, блядь. Что? Уже. Как вытаскивать, Олег? Кого? А, сука. А ну, посветите, что тут, блядь? Я не знаю, что тут. Олег сидел тут час. А, ну он всем днищем сидел, всем днищем, смотри. Ну, есть фонарик? Ну вот, я позвал, идут. У меня просто нихера не... Охренеть, ну это... Короче, полностью мостом, вот это подъемчик, вроде ничего, ну просто... Такая, она очень мягкая, как цемент. Липучая. Вы меня порегулируете? Ты хочешь его просто выровнять? Да, нет, стой, пока не выравниваем. Давай пойдем тут щелкать. Нет, щелкает, у тебя шарик в генераторе. Вот это молотком возьмите и подстучите, забейте. А, и засунем обратно. А что, так и засунуть нельзя? Давай так его засунем. Давай так засунем, давай, все. Давай, я понял, что вы хотите. Ой, посвети мне. У меня вот фонарик, Саш. Там крыло тереть не будешь? Не? Да, будет, кстати, надо. Да, по-моему, нет. Оно терло уже. Так оно терло бампером. Но оно не выпрямилось, оно просто настолько сильно ушло, что ему как бы... Так, теперь нам надо ехать без лебедок. А еще вот такая хуйня. Тут ли... Сгони, смотри, сгони. Вот свой, вот в ебалоке, блядь. Да пошла на... Блядь, а мы... Сука, жужжево ебаного. О, блядь. Такие ночные шершни, то есть днем они не летают, а ночью... Башат, не кусаются? Ну, не знаю. Ой, у меня тут тоже камни-бревна. Время пол. Да я без фары. Посвети на машину. А, все, не работает. Работает. О, это хоть еще вода была. Мы на вот таком колесе. Ну да, он все вылез, смотри. Держится как-то. Даже не шипит. Да там грязи столько. То порезанное колесо не переоторвал. Олег вон там едет без генератора, без помпы. Без бампера, без лебедки. По-моему, это самая жесткая покатуха у меня, то, что была в плане технической части. Бампер, как всегда, ты посмотри на него, подергай. Жесть. А, ну и как всегда, ну, в смысле, как всегда, самое топовое, да, это мы сегодня прилегли. Ну, немножко крыло, немножко дверь. Да, нормально. Да не, особо-то что, ничего нету. Пойдем покажем заднюю дверь еще. Да, тоже ничего страшного. Ну, то все равно. У нас вентиляция. Не, стекло целое, оно просто выпало. В общем, свети на меня, хотя это... И на себя. А, тебя, наверное, не видно будет? Да, все, во, видно. Давайте подождем. Давай. Это героический поступок. Это, да, вот вообще. Это, ну реально, самая жесткая катка
самая жесткая катка. Нам повезло, что еще прошел грейдер лесовозный, потому что мы там на один подъем поднимались часа 4, без лебедки вообще не поднялись бы. Но там, получается, была нормальная дорога, и мы это сделали. Все, асфальт. Олег, попрощайся со всеми. Все хорошо? Уже колесо у тебя левое прям пустое-пустое. Да, да сейчас качаться будем. Саша, сними асфальт. Родненький, мы домой. Мыться я сегодня не буду.